Так, ребятки, всем привет. Сейчас вам я обещала, что я буду снимать мое утро. Я сейчас проснулась, по мне видно, что я проснулась. У Барсика сегодня день рождения, поэтому вместе с вами мы сейчас пойдем его поздравлять. Так, идем поздравлять Барсика. Я даже уже знаю, где он спит, потому что я выходила на улицу смотреть, как там замело все. Вот он, наш зайка. Вот он. Барсик, вставай скорее. У тебя сегодня день рождения, Барсик. Барсик! Барсюшка! С днем рождения, маленький! Барсюша, с днем рождения! Скажи, ты что меня будешь? Я бай хочу, да? Барсюшка! Барсик, с днем рождения! Вчера мы его взвешивали. А вот. И он весил килограмм. В день он уже съедает почти по 3 пакетика корма. Вот. И это норма для 2 месяцев. Теперь идем сейчас возьмем свою косметичку и пойдем опять ухаживать за собой. Я вам опять все покажу, как я за собой ухаживаю. И да, я еще пока что не завтракала, поэтому все я буду делать вместе с вами. Вот, потому что я только что проснулась. Вот. И сейчас я буду ухаживать. Мои ухажалки утренние. Это первое, умыться горяченькой водичкой. Вот таким образом. Вот так. Ну, теперь впитываем все это. Итак, теперь мы берем и наносим скрабчик. Ребят, у меня на заднем плане сейчас работает стиральная машинка. В общем, я вот такую кисточку себе приобрела для того, чтобы наносить себе скрабчик. Вот таким вот образом. Очень хорошо наносится. Вот. И такая же кисточка у меня есть для растушевки теней. Сегодня я краситься не буду, вот, чтобы у меня было лицо свежие, вот, а завтра уже к бабушке на день рождения я 100% буду краситься. Надеюсь, я, кстати, с утра еще не залазила на канал на свой, вот, надеюсь, что вам понравилось челлендж, вот, сегодня челленджа 100% не будет, потому что сегодня надо готовиться, еще приготовить бабушке подарок, его красиво упаковать. Вот, подарок у меня будет из Пантина, и когда я ее буду поздравлять, я надеюсь, что у меня что-нибудь получится вам заснять. Вот. А еще многие спрашивают, зачем тебе скраб? После вчерашнего моего вечера мне опять писала это Кристина. Вот. Зачем тебе скраб? Скраб мне, еще раз повторяю, для лучшего цвета лица и удаления черных точек. И если ты не пользуешься скрабчиком, это не значит, что я не должна пользоваться скрабом. Вот. И сегодня опять в ТикТок выйдет много трендов, поэтому ждите. И вчера, кстати, я забыла смонтировать еще одно видео. Вот. И я чисто случайно его забыла смонтировать. Поэтому сегодня после этого моего утра придется монтировать мне видео. Целых 2 даже. Вот такая у меня шумная машинка. Но одежду к бабушке на день рождения нужно стирать. Сейчас скрабчик я нанесу побольше. Сейчас я пою песенки. Так, все, вот это последняя точечка. И хватит, а то будет слишком жирно. Будет долго засыхать. Как пользоваться скрабом? Наносите ту часть, которую вам нужно. То есть... И вот так вот растушевываете. Мне руками не нравится, мне нравится кистью. Вот, поэтому я приобрела себе такую кисть. Thank you.
У меня такая же есть еще для теней, я вам уже говорила. И да, я вам не договорила. И еще я вам не договорила то, что у меня со вчерашнего дня я еще не заходила на YouTube. Вот, после того, как я смонтировала челлендж. Вот, я даже не смотрела, сколько там просмотров и что-то такого. Вот, поэтому сегодня я посмотрю, сколько просмотров, сколько лайков. Надеюсь, что там есть лайки. А если вы не пролайкали челлендж, то челленджев больше не будет. И если там мало просмотров, то я еще подумаю, буду ли я снимать такие интересные челленджи. Всем очень понравилось, надеюсь. Вот этот челлендж, я еще что-нибудь придумаю. Вот, может быть, вечером еще что-то сниму, но я не обещаю. Вот вчера я вам обещала снять челлендж, я сняла. Вот. Хотела я вообще просто снять разговорное видео, но получился челлендж. Ведь разговорное видео у нас много, а челленджев еще ни одного. Поэтому я решила все исправить. Теперь ждем, пока это все засохнет. Кисточку мы моем. А вот. Тщательно промываем. Оно уже должно почти засохнуть, потому что в этой части уже все засохло. Я ее намазала первой. Теперь мы берем просто кипятком и выравниваем бровочки. Как-то так. Теперь опять моем кисть. Кстати, многие у меня еще спрашивали, каким мы пользуемся наполнителем. Барсик у нас входит вот в такой древесный наполнитель. 2 килограмма. И у нас их 2. То есть вот это уже заканчивается, поэтому вчера ему подарили на день рождения еще вот такой, целый. Еще даже не открывали, но он очень тяжелый. И сейчас, на чем закончится мое утро, это убирание лотка. Я помою голову, поухаживаю за собой, и потом уже буду только убирать лоток у Барсика. В общем, скрабчик у меня уже засох, потому что я много двигаю головой. А вот, поэтому смываем. Берем эту тряпочку. Бабайка. Так, вроде бы отмыла почти. Вот, умывалась я просто сейчас очень быстро. Ох. Чтобы в глаза не попало, я лучше вытру здесь полотенцем и промою дальше. Вот так намочим. Чтобы опять в глаза не попало, потому что сейчас попадет в глаза, это будет вообще жесть. Вчера я где-то вот здесь вот не промыла, у меня ночью просто здесь вот все было в этих скрабингах. Да вообще, ребят. Так, теперь меня еще спрашивали, в каких местах я умываюсь этой умывалкой. Иногда во всех, иногда не во всех. Сначала мы ее хорошо взбалтываем. Вроде бы взболтали. Да. Теперь наносим на лоб. Получилось на нос. Ладно. Спокойно. В общем, я ее нанесла, вспенила. Вот. И теперь смываем, потому что кожа может ее быстро внести в себя. Я сейчас умываюсь, и это... Абсолютно не видит, он еще с закрытыми глазами. Ужас какой-то. Я не привыкла этой умывалкой умываться. Я привыкла пеной, но у меня на нее пошла какая-то аллергия.
Пена тоже была из чистой линии, не знаю почему, но у меня на нее реально пошла какая-то аллергия. Сейчас у меня немного умывалка попала в глаз. Прям щипит. Так, сейчас мы протираем, потому что немного протекла. Вот такая умывалочка у меня. Вот только сколько я ей попользовалась. Ну и теперь главный момент. Взбалтываем хорошо мицеллярку, чтобы она стала пеной. И наносим на лицо. Потому что если она будет не пеной, я так не могу умыться. То есть если у меня мицеллярка не в пенном виде, то это все, ребят. Пиши пропало. У меня начинаются какие-то аллергические пятна выводиться просто. И вот так вот, типа, мы умылись. Вот. Такая вот напенная. Мы ей умылись, и теперь просто вот так вот, что впиталось, то впиталось, что осталось, то осталось. Вот так, чтобы потом она все в себя впитала, все, что полотенец не впитал. Вот и все. Нет, еще забыли самое главное. Теперь мы расчесываем брови, а потом уже переходим к чистке зубов. Завтра вы увидите, каким тоном я буду красить себе глазки. У меня брови вообще какие-то разные стороны. Еще я хочу себе сделать ногти, но не сейчас, потом, ближе к лету. Красотка диска вообще. Еще мне надо выпить таблетку. Кстати, ночью голова немного побаливала. Берем. Щетку братика. Первый раз сейчас я буду щеткой братика чистить зубы. Электрическая у меня тоже была, но она потом сломалась почему-то. Походу, что-то я с ней сделала. Зубная паста у меня вот такая. Ой. Вот такая. Теперь почистили зубки. Вот так. В общем, все. Поухаживали за собой. Теперь идем и меняем лоток Барсику. Смотрим в окошко. Какая хорошая погодка. Там у нас соседи напротив горку строят. Я еще уликов. 3 дня назад не кормила. Так, опять закрываем дверь. Сейчас вы будете видеть, как я меняю лоток Барсику. Берем пакет. Пакет. Он у нас, кстати, с ароматизатором. Ванильком. Вот так делаем. Ставим в тазик. Надеваем пакет на тазик. Вот так, на угол. Берем вонючий лоток, который весь укаканный, уписанный.
Да, кстати, вы заметили, что у нас лоток без сетки, поэтому мы одеваем пакет за место сетки. И это очень удобно. Конечно, он первое время, прям в первый же день, как мы только его привезли домой, разрывал пакет. Вот, но теперь он к пакету привык и его практически не разрывает. Здесь, конечно же, все уписюкано под пакетом. Но все же, помогает. Все это такое берем, пакет в пакет. Подарок мне. Итак, в неделю по 3 раза максимум. Теперь моем сам поддон. Боем вот, берем вот такой вот гель с алоэ вера. Жидкое мыло, антибактериальное. Покупала специально для промытья платка, оно уже почти заканчивается. Потому что оно потом не оставляет запахи. Когда я просто мою с обычным мылом, или просто с водой, у меня все потом остается весь запах. И здесь теперь вот так вот руками, губы все вообще без разницы. Промываем водичкой. Кладем на пол, руки промываем, потому что это мыло очень мыльное, и оно после себя оставляет мыльные руки. Вот, и теперь берем барсиков полотенчик, ага, понятно, мы его постирали, значит берем второе полотенце. У барсика есть отдельный свой полотенец, я ему сама его сделала. Ну, типа, не сделала, а просто купила, можно сказать. Вот. Это только не это полотенце. Ну, в общем, вы вчера видели, какое у него полотенце. Просто полотенце мы постирали, чтобы оно потом не заплеснило. Так, и теперь поддон внутри протираем. Хорошо, тщательно. Это лоток ему на время. Потом мы ему купим лоток с сеткой. Просто нам еще нигде лоток с сеткой не попадался. Так, теперь берем старый наполнитель. И пакет. Эти пакеты для обычного мусорного ведра. Очень даже прикольно. Если у вас лоток без сетки, то берите лайфхак. Берем вот так вот лоток. Одеваем, чтобы глаз попал. Одеваем на лоток, на краешку лотка. Как хорошо, что мы ему вчера купили наполнитель, потому что тот наполнитель, который у нас был старый, вот столько в нем было. И это ему достаточно мало. Эту мусорку открываем новый. Со мной тут младший брат, ребята, если что. Я сейчас открываю наполнитель. Так, ну, место нет. И вот моя так, книжка. Да, мы сейчас Артюше будем читать книжку про акуленка. Очень морские хорошая жители. Книжка. Морские жители вот это. Да, морские жители там написано. Морские жители. Морские жители.
Эта книжка, я ее всегда развязываю так, как мне надо. Конечно, маленьким бы это получилось легче. Но просто я уже знаю меру, какую дырку мне надо сделать. Это для книги. Сейчас вам покажу гранулы, какие у нас на памяти. Потише. Вот такие вот гранулы. Сейчас вам побольше покажу. Вот такие у нас гранулы. Он когда туда ходит в туалет по-маленькому, то есть писить. Вот. Он, получается, размакивается. Эйсон, как это он так посовывает? Обычно. Сейчас мы все здесь развяжем. Да пусть. В общем, ребят, я разрываю. Ну, дальше продолжаю развязывать. Смотрим, какая у нас пружиночка. Так, ага. Ты что, не хочешь? Потише, я сказала. Всё. Ой, какой там другого цвета. Правда, он цветом различается. Не знаю, куда он будет ходить. Вроде бы одна и та же фирма. Берем в одном и том же магазине. Другой наполнитель брать не будем. Они различаются цветами, эти два наполнителя. Сейчас вам покажу наш. И покажу тот, который мы вчера купили. Вот, который мы купили. Вот это, который наш, а вот этот, который мы вчера купили. Меняет цвета вообще по-любому. Красивый чистый лоток. А теперь ставим на место. Все сделано. Тут теперь все выкидываем. Что использованный, что пакет из вот этого наполнителя. Мой утренний подарочек. Обычно я не меняю утром, но так как он уже заполнился, придется поменять. Сюда. Эй, ты что меня не кидаешь? Выкидываем. Вот так вот ставим, потом мама это выкидывает на улицу. Мы, короче, перестали ставить это все на подоконник, кормим его. У нас теперь такой вот есть ящик, и сюда мы ставим его корм. Вчера мы покупали вот такой корм с мамой. Вот, у нас осталось 6 пакетиков, если не считая вот этот. Вот, в холодильнике здесь есть использованный. Нет, в холодильнике нет использования. Вчера ему давали творог. Вот, ну что-то он его и не ест. Может быть, надо с молоком разбавить. Стрибеги! Вот он прибежал на зайка. Смотрите.
Давай кушать скорей. Кушать, мама принесла. Кушать, кушать, кушать. Давай. Я люблю семена. Вот кушай. Такой. Кушай, мой малой. Итак, что у меня будет на завтрак? Это мандарин, вода и таблетки. Потому что мне утром особо завтракать нельзя. Вот, поэтому идем за водой. Ну, у меня либо же лимонад, либо вода, либо сок. Но таблетки мне лучше запивать водой. Вода, мандарин, вы. Я не туда таблетки положила. Может быть, у всех задаются вопросы, когда я хожу в школу, пью ли я таблетки? Пью с чаем. В общем, я кинула туда две таблеточки. Вот, сейчас откроем мандарин. И зальем туда немного мандаринового сока. Так будет вкуснее. О, сок. Мне просто по дороге упал и разбился, поэтому отсюда так много сока идет. Теперь перемешиваем аккуратно. Пьем весь этот стакан с водой и таблетки. Эти таблетки мне поднимают иммунитет. Хотя вы скажете, господи, это обычные аскорбинки. Ребят, поверьте мне, эти таблетки не просто аскорбинки. И не зря они продаются в аптеках. Они немного растворились. Очень кисло. Таня пишет, поздравь Барсика от меня. Сейчас поздравим. Барсик, тебя поздравляет Таня. С днем рождения. Вот тебя от нее поцелуй. Все, Танька, я поздравила Барсика от тебя с днем рождения. А он точит коксики об мои обои, которые скоро у меня их здесь не будет. У меня будет новая комната. Конечно, комната будет такая, но просто будем делать ремонт. Я налила очень много воды, поэтому сейчас будем оттуда брать таблеточки. Барсик упал со стола. Барсик, малыш, маленький, мой хороший. Сейчас я немного опускаю стул, чтобы Барсик смог теперь прыгать на стол, потому что он не достает прыгать до стульчика. Все, Барс, теперь у тебя вот такой вот низкий стул. Все, теперь ты можешь прыгать. Эту воду выливаем, которую на этом осталось. Хотя на этом осталось много. Вот. Вот такой вот у меня завтрак. Попозже я буду нормально завтракать, но не сейчас, потому что у меня режим. Ну а вам всем пока, приятных просмотров!